Спасибо большое, что в такой поздний час вы еще нас не покинули. Сейчас вы услышите самую настоящую сенсацию. Володя Петров, один из выдающихся виртуозов. Об этом еще немногие знают, но скоро, я думаю, об этом узнают все. Володя сыграет для нас абсолютно неизвестную фантазию, испанскую фантазию Листа. Все знают испанскую рапсодию, множество венгерских рапсодий, одна испанская. Лист кропотливо собирал народные мелодии. И вот когда-то он решился сочинить, может быть, у него была задача, та же, как Равель, когда-то поставил себе задачу, когда он сочинял Скарбо, сочинил самое сложное произведение на свете, чтобы пианисты мучились. Или как Бетховен, когда он написал свою знаменитую 29-ю «Хаммер клавир зоната», он написал издателю: «Если через 50 лет кто-нибудь это сыграет, будем довольны». И вот сейчас Володя Петров сыграет для нас почти что неисполнимое произведение Листа, испанскую фантазию. Она практически неизвестна, потому что ее, собственно говоря, никто не может сыграть. Во всяком случае, хорошо сыграть ее невозможно. Володя узнал об этом произведении таким образом. Он кропотливый крот Ютуба классической музыки. Он изыскивает самые непостижимые уголки, там и извилины, и нашел как-то на праздновании дня рождения тогда уже усопшего Якова Флиера, великого пианиста, великого педагога. Напомню, что один раз он даже получил где-то первую премию, Эмиль Гилец на том же конкурсе вторую. Потом это было наоборот на следующем конкурсе. Яков Флиер воспитал целую плеяду замечательных пианистов. И Яков Флиер сказал его ученику Михаилу Плетневу, не буду сейчас объяснять, кто это, все знают, конечно. Он сказал ему: когда-то, вот есть такой произведение, я довольно успешно его играл. И вот на каком-то дне рождения, который чествовали уже постум, посмертно Якова Флиера, Плетнев сказал: я вам сейчас сыграю то, о чем мне мой педагог Яков Флиер когда-то сказал, что он довольно успешно это произведение играл. И он сыграл три последних минуты этого произведения. Это просто необъяснимо, как можно это играть. Я, собственно говоря, думаю, что я не такой уж плохой пианист, всю жизнь занимаюсь этим делом, и кое-что все-таки понимаю. Как это играть, непонятно. Вот сейчас вас ожидает именно вот эта сенсация. Володя будет играть на маленьком рояле по мной уже указанной причине. В этом произведении столько всего, что должно звучать колко, ярко, неимоверно активно, что вот этот замечательный бархатный певец просто вот в данном случае слишком хорош своим пением. Желаю вам огромного удовольствия от никому неизвестной испанской фантазии Франца Листа в исполнении замечательного Володи Петрова. Thank you.
Thank you.
Thank you.